Друзья, всем привет! Перед нами шуруповерт, конечно, не оригинальный, но тем не менее наклейка на нем наклеена, скажем так, Devolt. Вот если даже так глянуть визуально, то видно, что наклейка, скажем, не очень по размеру где-то подошла, ну и так далее. Но дело относится не только к Devolt, да, а к различным другим шуруповертам и к различным другим инструментам, ручным, электрическим. И более того, данное видео в большей степени будет еще и полезно тем, у кого имеются вот такие неисправные, либо нерабочие не оригинальные зарядные устройства для таких аккумуляторов, других аккумуляторов и так далее. Потом рассмотрим на примере вот этого пациента. Открываем, здесь как положено шуруповерт, им уже работали, он отлично на удивление работает. Вот можем проверить. Обе батареи полностью рабочие. Но давайте посмотрим, в чем здесь проблема. После того, как батареи обе разрядились, данным зарядным устройством их уже невозможно было зарядить. Поэтому, собственно, он и попал ко мне. Давайте рассмотрим, что здесь не так. Возможно, это вам поможет, когда вы будете покупать вот такой непонятный инструмент, либо новый, неоригинальный, либо у кого-то на руках, бэушный, неважно. Тем не менее, сделав элементарное измерение, можно уже понять, что, например, Зарядное устройство не работает, либо какие-то проблемы с аккумулятором В данном видео мы с вами устраним неисправность зарядного устройства По сути дела, как мы видим, оно и никогда бы в жизни не смогло бы зарядить вот этот аккумулятор Могло бы только ему еще и повредить И это мы с вами сделаем с минимальными затратами Конечно, можно купить бэушное зарядное устройство Но, во-первых, не факт, что оно подойдет Дальше я подскажу, почему и второе, баушное, ну может гривен тысячу стоит. А мы это все сделаем за 100 гривен. Вернем к жизни. Или даже сказать так, дадим новую жизнь зарядному устройству. Давайте сначала сами посмотрим, что не так с аккумулятором и с зарядным устройством. А затем посмотрим, как это все можно устранить. Конечно, мы сами можем поверить наклейке. И здесь указано 24 вольта, 6 ампер часов литий-ионная. Ну, это, скажем так, наполовину, правда. Дальше посмотрим, почему наполовину. Конечно, тут же бросается в глаза, что никаких пломб, ничего абсолютно нет. Наклейки, ну, видно, что наклеивали, скорее всего, тут вручную. А, он даже видно, да, что как-то косо. Ну, и, по сути дела, наклейки. Точно так же и здесь мы видим. Но это, скорее всего, напечатано с оригинала. Оригинала я не видел. Да, мне, собственно, и не нужно его видеть. Надо было что-то делать вот с этим устройством. Здесь все тоже четко, да, там 24 вольта, 6 ампер, максимальный ток. То есть, казалось бы, подключаем и за час наше зарядное устройство уже должно зарядить, ну, собственно, аккумулятор. Здесь, обратите внимание, такая надпись, внушающая некоторую надежду, что, естественно, по стоимости это не тянет никак на оригинал. Но, чтобы не говорить, что это сделано в Китае, как-то несколько обнадежить. Но сказать, что это сделано в Чехии и уже для человека как бы такого привыкшего к нехорошим надписям Made in China и так далее, или China, да, смотрит, ну Чехия, ну в Чехии в принципе это ж понятно, не Америка, но и не Китай, значит в принципе надежнее, чем из Китая, поэтому Скажем, такая надпись, да, может внушить кому-то некоторое такое дополнительное, да, доверие. Давайте начнем вот с чего. Первым делом измерим напряжение батареи. Кстати, обе батареи пришли разряженные, и их невозможно уже было зарядить вот этим зарядным устройством. Я их уже зарядил, вот эту почти на максимум, а вторую на максимум. Но если нужно, мы можем и разрядить. Нажимаем, даже вот видите, светодиодики там светят, что ну, ничего себе, серьезная батарея. Ну, правда, такую штуку могут и дети сделать. Измеряем напряжение. По крайней мере, нам нужно убедиться, да, в полярности, совпадает ли здесь то, что нам нужно здесь даже уже чуть более 20 вольт уже хорошо зарядил 24 Обратите внимание, вот где я держу, да, мы видим плюсик и минус совпадает, отлично. Средний контакт нас не интересует, он, как правило, там передает для зарядного устройства в некотором, скажем так, в упрощенном виде значение температуры, чтобы если там аккумулятор перегрелся, да, чтобы отключить зарядное устройство, чтобы там ничего нехорошего не произошло, но нам этот центральный вывод не нужен. Теперь давайте посмотрим, как это будет устанавливаться на зарядное. Смотрим плюс, вот так, да, устанавливается. Но я подключать не буду. Я думаю, идея понятна. Нам важно вот что. Вот этот плюс. Слева от меня плюс. Включаем в розетку. Видим, даже засветился там светодиодик зеленый. Опять же, чтобы внушить доверие, что тут как бы все нормально. Лампочка светится. Уже хорошо. Кстати, китайцы это любят делать. Какую-то начинку левую положить внутрь. Ну, какой-то обычный блок питания, самый элементарный либо еще что-нибудь просто там светодиод с резисторами с батарейкой ну и какую-то там микросхему непонятную а то ее даже не поставить прикрепляет и когда человек первый раз что включает какое-то устройство не обязательно это будет зарядное это может быть что угодно там я уже не первый раз слышал скажем так вот своих людей то есть в корпусе абсолютно левая начинка. Просто, чтобы светодиодик засветился, а потом человек думает, что-то оно как-то не так работает, а оно там и близко не соответствует тем функциям. Ну, теперь давайте измерим напряжение. Нас интересует, да, вот этот плюс и здесь минус. Ну, как обычно, да, мы проверяем. Не заряжает, ну, давайте проверим напряжение. Измеряем, опа, 0. 0, 0. и все. Понятно, как же оно может заряжать. Ну, давайте с этой измерим. Вот, измеряем с вот этой с соседней. А здесь у нас почти 14 вольт. Но явно не 24, да, мало. Можно было бы подумать, там ошиблись, провод не туда припаяли, да, нужно было бы сюда его припаять. Вот этот минус, да, плюс мы видим на своем месте находится. Минуса вообще нет, но на вот этом выводе Я должен быть на этом. Но обратите внимание, даже если бы там была бы ошибка, да, то нам нужно явно не 13 вольт или 14. А 24, как заявлено. Но дальше мы увидим, что 24 будет много. Нам нужно 21 вольт. Мы сейчас разберем батарею, посмотрим. Но давайте сначала с вами разберем вот эту штукенцию и посмотрим, что там есть. Ну, так называемое да, зарядное устройство. Выключим, конечно, питание сначала. Сейчас. Погаснет наш светодиод. Крутим. открываем. А тут вот такой, скажем так, нежданчик. Смотрите, что здесь есть. Ну, давайте тоже открутим. Обратите внимание, это все, что здесь есть. Импульсный блок питания. на непонятно, какую абсолютно мощность. Ну, видно, что да, явно невысокой мощности. И светодиод, собственно, Который светится, да, вот мы видели зеленым светом, который говорит, что все у нас нормально. И действительно у нас все нормально, только мы получаем там почти 14 вольт. Провода подключены не туда, куда нужно. Нету дальше здесь, ну, абсолютно никакой схемы, там, стабилизации тока и прочее. Ну, абсолютно ничего, просто вот такой вот блок питания. Вот и все, друзья, возникает вопрос, да, что делать? покупать новое зарядное устройство или там бэушное. Но забегая наперед, скажу, эту ситуацию можно исправить, применяя дополнительно преобразователь напряжения. Но тогда мы уже не сможем питаться от 220 вольт, потому что этот слабенький блок питания, он нам скорее всего даже 1 ампер тока не выдаст. Хотя нам нужно будет ну, где-то хотя бы 2. Можем проделать опыты, возможно мы его еще и сможем сами применить. Но я по крайней мере надеюсь вот на этот импульсный блок питания, стоимость которого я у нас нашел видите, 109 гривен. Я взял сразу три штуки, потому что у нас такая разница, я посмотрел на сайтах, от 100 гривен до 300 и не везде есть. Поэтому решил, штука полезная в хозяйстве, возьму сразу три штуки. Здесь не указано ни микросхема, ничего. Здесь просто указано модуль 250 ватт, повышающий преобразователь. Входное напряжение 8,5-48 вольт, выходное от 10 до 50 вольт. Нам нужно будет 21 вольт. Всего лишь, да, они а 24, обращаю ваше внимание. Чем хорош данный преобразователь? В нем можно как задавать величину выходного напряжения, так и самое важное, ради чего я взял, величину выходного тока. То есть мы можем сами задавать максимальный ток заряда аккумуляторов. Потому что если мы его не зададим, а будем применять вот такой вот. Еще более дешевый, повышающий преобразователь напряжения, то обратите внимание, этим мы можем задавать только напряжение, а ток уже у нас будет протекать в зависимости от, конечно, степени разряда аккумуляторов. И я проверял, скажу вам так, когда эти аккумуляторы были полностью разряжены, порядка 16 вольт на них где-то было, то как только я подавал на них питание, даже 24 вольта не подавал, друзья, 24 это вообще у меня даже лабораторный блок питания там уходил ну, то что в защиту он просто не выдавал больше ток даже при 20 там 21 вольте а то и меньше уже ток превышал от лабораторного блока питания 5 ампер но в чем идея если мы просто возьмем вот этот стабилизатор напряжения и подадим те же 21 вольт, то ток скакнет до 5 ампер. И этот стабилизатор уйдет просто в защиту. Ну, конечно, если не сгорит. Но мы надеемся, что он уйдет в защиту. И все. Он не сможет заряжать полностью разряженный вот этот аккумулятор. Поэтому именно такой доходовой да, на базе микросхемы XL 6009 мы применять не можем. А этот у нас рассчитан на 6 ампер. Но мы эти 6 ампер даже и не будем выдавать. Хотя для оригинального аккумулятора, да, который был бы на 6 ампер. Нам бы реально подошел бы этот очень даже кстати. А так мы будем его использовать лишь сейчас мощности. И обратите внимание, он у нас даже на металлической подложке, чтобы этого делать тепло. Вот еще два штуки новых взял. Вещь в хозяйстве точно пригодится. Теперь, друзья, давайте заглянем все-таки в аккумулятор. Что здесь происходит? Никаких пломб, ничего нет. И самое интересное, сейчас пружинка вылетит. Вот, не вылетела. Вот она, уберем. Здесь имеется, естественно, плата контроля заряда BMS. И здесь 5 аккумуляторов. Опачки, какая, да, технология. 18650, 2000 миллиампер часов. Все они одинаковые, единственное, вот это не видно, она развернута туда. Ну, во-первых, неизвестно, выдаст ли каждый из этих аккумуляторов заявленных 2000 мАч. Но даже если мы будем да, полагать, что выдадит, то мы тогда с вами получаем не 6 ампер часов, да, сколько 2 ампер часа. Это первое. Второе, мы получим не 24 вольта, а 21 вольт. То есть можете посчитать, высоко сколько процентов емкости да, нас обманули. Здесь в три раза только по току. Ну и за счет того, что напряжение ниже процентов на 10, еще да, сколько-то Аккумуляторы все, естественно, соединены последовательно, и мы с вами сможем легко посчитать до да, максимальное напряжение, которое на них может быть. 4,2 это максимальное напряжение на литий-ионных аккумуляторах, ну на вот этих 18650 да, ходовых. Мы 4,2 умножаем на 5 и получаем ровно 21 вольт. Вот поэтому мы с вами 24 вольта подавать не можем. И напрямую мы тоже сюда 24 вольта Подавать не можем, потому что будет огромный ток заряда. Я плавненько заряжал. Вот у кого есть лабораторник, да, и ничего больше нет. Вы можете плавно заряжать на лабораторном блоке питания, видно, да, и напряжение и ток. Вы установили там, ну, пусть 2 ампера. Подождали, ток снизился до 1 ампера, повысили чуть-чуть напряжение. Подождали, опять, естественно, ток скакнет. Подождали чуть-чуть упал например до 1 ампера там пол ампера опять повысили напряжение и так пошли вплоть аж до 21 вольта ну это как вариант но опять же это если у вас такой штуки нет у меня ее не было поэтому я взял потому что зарядная поедет туда откуда она приехала можем измерить сами напряжение на аккумуляторах видим 409 ну, полностью заряжен дальше давайте на этом измерим 409 на этом 4,08, ну, можно туда еще подкопаться, да, вот так залезть, я так тоже измерял, 4,09, видимо, она развернута немного, в общем, в принципе, хорошо, можно сказать, что хоть такие положили аккумуляторы, а не вообще, да, какую-то ерунду, еще и не пожлобились, да, там, не положили там на 1000 мАч, ну, хотя бы неизвестно, да, правдиво эта надпись или нет, ну, хотя бы, 2000. Уже все не так скудно. То есть относительно, можем сказать так, с батареей проблем нет. Вот, кстати, это кнопочка, да, которая нам показывает, когда полностью разряженный аккумулятор. Вот желтый, да, наполовину там как-то разряженный. И зеленый, типа, все нормально. Но, что следует учитывать, что зеленый у нас будет засвечиваться не тогда, когда полностью заряжен аккумулятор. А он значительно раньше засветится, я проверял. Поэтому самый точный измеритель у вас вот. Без всяких там светодиоды и прочее. Вот мы измерили напряжение. Давайте так. 20,4 вольта. Вот это самый надежный прибор. Ну, не обязательно, да, такой любой мультиметр. Кстати, обратите внимание, да, на такую тему. Здесь эта платка специально применялась под литий-ионные аккумуляторы, написано 21 вольт. То есть уже заранее сюда все закладывало четко 21 вольт. Никаких 24 вольт здесь и речи быть не может. Собираем назад аккумулятор и переходим уже к делу, к зарядному устройству. Итак, друзья, применяя такие преобразователи, конечно же, стоит не попутать входы и выходы. Входы у нас выводы красные, естественно, плюс, черный минус, точно так же и выходы. Здесь мы видим, у нас будет обязательно в in обозначаться, да, и в in минус, да, в in плюс, в in минус, а здесь будет out или просто in и out, in out. Подключим лабораторный блок питания к входу преобразователя и выставим необходимую величину напряжения. Но обращаю ваше внимание на выходе. Видим, у нас четко 21 вольт. Ну, я так и установил. Пока что мы смотрите, без нагрузки да, работаем. Вот я могу изменять напряжение, уменьшать его. Видим 12 вольт. Чаще всего мы можем питать наш этот преобразователь от зарядного устройства для автомобилей. Но тогда нужно на вход подпаять еще конденсатор электролитический приличной емкости. Хорошо было бы где-то на 2200 или на 4700 микрофарад. Либо просто подключиться к автомобильному аккумулятору. И от него уже зарядить вот эти аккумуляторы шуруповерта. Либо можно точно так же запитать наше устройство от зарядки для блока питания. В данном случае у меня, не знаю как там будет видно, Видим 45 ватт. Выходное напряжение здесь, ну, маленькими, но я прочту. 19,5 вольт и 2,13 ампера. То есть 2 ампера выдает спокойно. Это зарядная для небольшого ноута. Вполне прилично. 19 вольт, как мы видим, маловато, да, поэтому мы не сможем заряжать там наш аккумулятор. А вот использовать его в качестве источника, который мы подключаем к 220 вольтам, да, и потом с выхода можем, если у нас просто зарядное устройство не используется, можем просто отрезать, да, вот этот переходник и подключить наши два провода, только на вход вот сюда. Либо ответную часть сюда поставить, подпаять провода и точно так же подавать на этот преобразователь и дальше заряжать наши аккумуляторы. То есть можно да, и ноут заряжать, и аккумуляторы для шуруповертов. Либо любой другой абсолютно источник питания там на 12, еще сколько-то вольт. Мы видим, да, можно подавать и там и 10 вольт. У нас все равно мы видим, да, 21 на выходе. И 9 вольт. Просто чем меньше будем подавать напряжение, тем больше будет ток потребления на входе. На выходе он как был, мы его поставим, да, там 1 ампер, так и останется. Ну, примерно 1 ампер. Вот возьмем отверточку и наш вот резистор первый переменный. Давайте покрутим. Вот я увеличиваю, да, мы видим напряжение. Там 20... вольта и так далее. Но я думаю, эта процедура довольно проста, поэтому крутить не будем вернем на наш 21 вольт. Нам нет смысла больше подавать. Вот четенько установили 21 вольт. Теперь нас интересует ток. Чтобы измерить ток, если у вас этого да, нет прибора, который у меня примерное да, показывает значение тока, можем это то же самое все проделать с помощью мультиметра. Но мне удобнее с помощью вот лабораторника. Выключаем. Теперь смотрите, возьмем наш аккумулятор, он у нас и будет служить сразу же нагрузкой. Подключим, да? Здесь тоже нужно не попутать полярность, вот минус, хотя бы как-то так зацепить, ну чтобы более-менее да это все выглядело подсоединились к аккумулятору теперь подаем напряжение видим ток 2 ампера это при входном напряжении 11 вольт если мы подымем его вот например да сделаем повыше вот 12 вольт чаще всего мы будем питаться от 12 вольт то у нас будет ток на входе 1,86 ну почти 2 ампера на выходе конечно будет ток меньше чтобы точно измерить мы можем включить мультиметр но нам такой точности особо не нужно. Мы можем как сделать? Мы можем поднять на лабораторнике где-то вольт до 19. Вот примерно. На выходе у нас будет 21 вольт. Все равно можем проверить. Вот. А здесь мы видим у нас только 1 ампер. Ну и тут чуть выше. Соответственно, при 21 он будет чуть ниже, будет порядка там 1 ампера. Таким, да, можем косвенным способом определить это значение тока. И теперь возьмем отверточку и подкрутим второй потенциометр. И можем наблюдать по показанию входного тока, потому что выходной ток будет изменяться пропорционально. Прокрутим чуть-чуть. Вот видим сейчас ток увеличивается. Да? Это, это я что делаю? Позволяю протекать большему зарядному току. Мы можем, ну и так и далее. Да? Вот. 1,6, 2 ампера, ну и так далее. Теперь возвращаемся. Да? Давайте назад, поставим примерно 1,1. Мы посмотрели, что у нас 2 ампер часа аккумуляторы. Мы можем поставить такой себе щадящий режим 1 ампер на выходе да будет у нас примерно это будет зарядка длится у нас два часа ну так на вскидку да если сказать оставим 1 ампер да чуть больше значит на выходе у нас будет чуть меньше этого значения итак установили мы одну целую одну десятую ампера на входе и на выходе у нас будет примерно 1 ампер ну, если хотите точно узнать, давайте посмотрим, какой там будет ток. Видим, 0,92. Да, 0,93. Можем подкрутить, сделать 1Ампер четко. Но, ну, как видите, это не принципиально. Да, эти 10% погрешность для таких вещей, это, скажем так, совсем не страшно. Обратите внимание, я вот сейчас кручу, кручу, да, ток не меняется. Почему? А потому что у нас аккумулятор уже почти полностью заряжен. Поэтому мы сейчас таким образом выставить не сможем 1 ампер. Нужно чуть-чуть разрядить аккумулятор. Можем подключить его к шуруповерту. И, конечно, лучше бы сделать под нагрузкой. Но, тем не менее, можем так поработал какое-то время. Итак, аккумулятор я разрядил. Подключаемся. Видим, у нас ток 1,5 ампера. И мы можем вот как раз в этот момент, пока он не зарядился слишком аккумулятор, да, снизить этот ток. Вот, до 1 ампера. И обратите внимание, у нас на входе ток 1 ампер, а здесь 1,10. Ну, так как я и оставлял, помните? Теперь, если я буду снижать напряжение, смотрите, да? Вот, к примеру, до, до 12 вольт. У нас все равно ток заряда остался 1 ампер, напряжение 21 вольт а вырос только ток первичной цепи. Поэтому и нам и нужен блок питания на 12 вольт с током порядка 2 ампер, чтобы было запаса. Именно из этих соображений. Так, друзья, давайте проверим, вдруг нам каким-то чудом этот блок питания выдаст 2 ампера. Если это так и будет, то тогда супер. Что мы тогда сделаем? Мы подключимся тогда к этому блоку питания, вот внутри, который, да, шел. Наш DC-DC преобразователь повышающий. Тут места хватает, мы это все можем ставить в корпусе и все у нас будет хорошо. Если он не выдаст эти нужные нам там 2 ампера, да, но ну, не выдаст, тогда ничего страшного. Мы будем питать наш DC-DC преобразователь от какого-то другого источника питания. Но попробовать стоит. Отпаяли. Теперь смотрите, мы для наших предварительных целей даже не будем припаиваться. Попробуем крокодилами прижать это, конечно, не есть хорошо, но если вы понимаете, что делаете, то, в принципе, не страшно. Давайте сначала без нагрузки измерим напряжение на выходе нашего DC-DC преобразователя, когда мы включимся этим блоком питания. Видим, на холостом ходу у нас все нормально, 21 вольт. То есть мы повышаем напряжение от нашей платки этого блока питания который шел да, внутри. А вот теперь для нас самое важное это посмотреть, сможет ли эта плата выдать ну, порядка полтора ампера хотя бы, чтобы здесь получить один. Сколько здесь не с 12 вольт, да, а где-то 13 с лишним. Выключимся пока. Подключим аккумулятор. Подаем питание. И обратите внимание, не хватает мощности. Видите, светодиод здесь загорелся красным цветом. Я так аккуратно беру, чтобы да, там не захватиться за 220 вольт. Красным цветом он зеленым что-то там пытается, да, там. Это говорит о том, что он перешел в перегрузку. Все, и видим, ток у нас, да, 0,11 ампер. То есть, увы, но нам не подходит вот этот блок питания, который находится внутри. Поэтому мы его будем выбрасывать. Ну, не выбрасывать, оставим его для каких-то наших штуковин пригодится. Теперь, друзья, что нам осталось сделать? Припаять сюда выход к этим клеммам поскольку да, это у нас будет питаться аккумулятор отсюда. И мы помним, это у нас плюс. Мы сюда сейчас припаяемся, а вот сюда минус. Потом это все мы как-то тут упакуем красивенько. Светодиоды нам никакие здесь не нужны. Ну, захотите, можете кинуть сюда светодиод какой-то, чтобы был индикатор, что наше устройство работает. Все, друзья, провода припаяны. Теперь смотрите, преобразователь я посажу на двухсторонний скотч. И теперь, собственно, наша устройство зарядное готово. На данные провода мы с вами можем подавать любое напряжение. Там мы видели, да, там хоть от 10 вольт до 19 в таком диапазоне, то есть 12 вольт нормально. Будет. И можем и от аккумулятора питать от автомобильного и от ноутбучного адаптера. тоже давайте теперь проверим, работает ли это так, как нужно. Устанавливаем аккумулятор. Проверять мы, конечно, это будем от блока питания. Включаем и видим, да, у нас ток 1.86. Для 12 вольт можем увеличить напряжение, да, тогда ток снизится. Но вот типичных там 12 вольт мы видим, у нас пошел заряд данного аккумулятора. Корпус удобный, да, чтобы что-то не городить, мы оставляем этот корпус, добавляем в него DC-DC преобразователь и все. Просто важно правильно выбрать преобразователь DC-DC. Теперь можем подпаять по длине провод, да, вот сюда, чтобы у нас было удобнее там куда-нибудь дотянуться. Если будем заряжаться от аккумулятора автомобильного, можно сразу же вот ответную часть проводов подпаять крокодилом. Ну, только не к таким, эти маловаты, а к тем, которые подойдут к автомобильному аккумулятору. Либо можем взять какой-либо адаптер наподобие тот который я показывал для ноутбука и подпаяться к нему В общем-то, друзья, я уже все собрал, но потом пришла все-таки мысль чуть-чуть доработать. Это зарядное добавить три компонента. Два, скажем так, необязательных, но один желательный. Не прям там супер обязательный, но желательный. Это диод. Вот я откусил его выводы, сделал чуть покороче. Диод на 6 ампер. Я его так впаяю. Это у него анод плюс, проще говоря. Это катод минус, где полосочка, да, это катод. И мы будем паять вот так. Диод здесь будет нужен с целью защиты от переполюсовки. То есть, например, если кто-то случайно вот плюс подключит к минусу, а минус к плюсу, чтобы не сгорел этот преобразователь, я не знаю, есть ли в нем защита предусмотрена или нет, но скорее всего, я думаю, что нет. Ну, не факт, возможно, есть. Но лучше перестраховаться и поставить всего лишь один диод. По крайней мере, это защитит вот этот преобразователь. Диод копеечный все-таки, а преобразователь каких-никаких, но стоит денег. Естественно, будут происходить некоторые потери мощности на данном диоде. К примеру, при токе 2 ампера и при падении напряжения здесь... Ну, до 1 вольта, ну даже если 1 вольт, это будет 2 ватта. То есть до 2 ватт мощности на нем будет выделяться. Это нужно учитывать. Следующих два компонента это светодиод синего цвета я решил поставить и резистор на 2,2 кОм. Можно поставить резистор в пределах от 1,5 кОм до 3 кОм. Светодиод с резистора мы паяем уже к выходу. Вот сюда. Опять же анодом или же плюсом к плюсу. Дальше резистор и на минус. Ну и как-то его так аккуратненько загнем. Чтобы у нас отсвечивалась вот эта пластмаска. Чтобы когда мы подали питание, у нас был какой-нибудь индикатор, что питание подано. Вот, собственно, и все. Теперь давайте паять. Если у вас вдруг какой-то другой диод, затертая эта полоска и так далее. То анод с катодом мы всегда можем определить в режиме прозвонки: красный щуп ставим на анод, а черный на катод. И мы видим у нас падение напряжения там, порядка полувольта. Если я его разверну наоборот, то у нас будет бесконечно высокое сопротивление единица. Тем самым мы определили полярность и сразу же исправность диода. Заготовочка готова с резисторами и светодиодами. Теперь ее просто сюда подпаиваем. Все готово. Предварительно проверим. Подадим 12 вольт. Видим, светодиод засветился уже неплохо. Теперь это осталось заизолировать, закрутить и проверить, идет ли заряд батареи. Все готово. Теперь проверяем уже в собранном виде, пойдет ли у нас процесс зарядки. В этом мы можем убедиться очень простым способом. Включим просто в цепь амперметр. Далее возьмем аккумулятор. Поставим его сюда. Кстати, обратите внимание, засветился светодиод. Поскольку сейчас напряжение у нас подается от аккумулятора на вход. Можно, конечно, было туда поставить еще диод дополнительно, чтобы у нас аккумулятор да, не запитывал тот светодиод. Но здесь потребление довольно маленькое, там, наверное, менее 10 мА, поэтому не страшно. Теперь включаем питание блока питания. И мы с вами видим, идет процесс заряда. Ток в первичной цепи 2 ампера. Если мы с вами возьмем уже заряженный аккумулятор, этот мы вытянем, а поставим полностью заряженный. Подаем питание. То здесь, обратите внимание, то равен нулю. Процесс заряда у нас завершен. Ну что ж, друзья, как видите, все довольно просто. Важно понимать элементарные основы электроники, либо электротехники и тогда не составит труда выкрутиться вот с каких-либо подобных ситуаций. И если кто-то решит комплексно разобраться в электронике, чтобы не только в этих элементарных вещах ориентироваться, ну а в гораздо и посложнее вещах, и паять самодельные различные устройства, и не просто их паять, а рассчитывать, подбирать компоненты и так далее, и так далее, рекомендую изучить мой курс по электронике для начинающих, ссылка на который будет в закрепленном комментарии. А мы будем прощаться и до новых встреч. Пока!